пожалуйста, готов ли у вас какой-то план действий, с чего будете начинать, или пока об этом рано говорить еще? Ну, наверное, план нам определил Владимир Владимирович вчера, когда у нас была с ним рабочая встреча. Собственно говоря, на мой взгляд, план уже есть в Дагестане. Конечно, он будет нуждаться в определенном корректировании с учетом ситуации, которая у нас динамично меняется по всем направлениям. Но я думаю, что, наверное, мы будем придерживаться тех задач, тех указаний, которые мы получили от президента нашей страны. Как будете работать с местными кадрами? Будете ли менять команду свою? Ну, мы не в премьер-лиге, наверное, да, у нас никто не формирует команду мастеров сегодня, да. Наверное, все-таки мы должны просто подбирать профессионалов на те должности, на которых они будут отвечать современным требованиям. Поэтому говорить о какой-то смене команды, опять же, наверное, преждевременно. Мы выполним определенный регламент, который предусмотрен нормативными документами, но при этом, опять же, каких-то резких изменений я не предполагаю делать. Все будет зависеть от того, насколько люди соответствуют своим профессиональным качествам, насколько эти качества соответствуют их должностям и насколько эта работа позволяет исполнять те задачи, которые сегодня перед нами стоят.